вот новинка. Сегодня увидела в одном отделе сети магазинов Магнит. Это Балтика, семерка мягкая. Вот такая новая пробка. Интересная. Пиво стоит 44 рубля. Не надо мне лизать. 44 рубля 90 копеек. Производитель тоже Балтика. Здесь объем 0,44. Ну, не знаю, пиво я могу пить, но не очень люблю. Ну, купила все-таки за пробки. Цена недорогая, ради новинки. Это стоит того, я думаю. И еще продается новинка, вот такая Carlsberg Fresh Cup, 42 рубля 90 копеек. Вот эту крышку я нашла возле Магнита, пиво пока не покупала. Интересная тоже крышка, думаю, Carlsberg, по-моему, очень часто стали менять дизайн. Это уже третья крышка, которую за год я вижу в новинках. Вот такие интересные находки сегодня. Сейчас сидим дома, карантин, очень скучно, поэтому снимаем все подряд. Да, помощница моя? Это результат сегодняшних поисков, вернее, это были не преднамеренные поиски, а просто вышла в магазин. Сегодня суббота, людей на улице очень мало, но было солнечно, плюс 10 температура, снег почти стаял. И вот такие находки. Сегодня я постаралась поднять пробки только в хорошем состоянии. Поцарапанные ржавые стараюсь не брать, поскольку ни в коллекцию, ни в обмен они не пригодятся. Меня порадовала вот эта пробка Эрцман Дарк, пиво Казахстан. Мне просто нравится ее дизайн. Она не очень частая, кстати. У меня несколько есть пробок, но мало. Пиво Жигули, Староправин, Мельник, безалкогольная Миллер. Также здесь, в нижнем ряду, некоторые я подняла чисто для ассортимента, чтобы снять видео для истории, что такие пробки есть. В данный момент обычно я не поднимаю пробки Budweiser, Carlsberg, Brazil, их очень много. Меня порадовали вот эти две пробки, хотя они у меня есть. Балтика восьмерка и Златый Базан, по-моему, это пиво называется, я не знаю производителя. Но у меня всего три таких пробки. Одну я обменяла, одну купила и одну находила в Анапе. И сейчас пошла четвертая. Она немного ржавая на юбке. Но я думаю, удастся ее очистить. У нее, в общем, хорошее состояние. Я сняла ее с бутылки. Увидела на улице. Вот такие находки сегодня. Они меня, тем не менее, тоже порадовали. Пробки я собираю уже 2 года. Вначале я активно их собирала с улицы. Потом почти целый год я
пробками почти не интересовалась, не собирала, не обменивала. И сейчас снова вернулся интерес. Я стала снимать о них видео, коллекционирование. И веду свой YouTube-канал. Я совсем новичок, это мои первые видео, первый опыт монтажа. Поэтому прошу вас, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. До свидания, всем пока!